Приветствую вас, мои друзья, подружки. И это опять я с вами на моем канале Влади Долга. И в этом видео я хотел вам рассказать, где мы отдыхали после моей поездки в Польшу. И смотрите дальше это видео, и вы все увидите, как было круто. И это третья часть из серии видео, то, что не попало в прошлом году на этот канал. Да, и пока я рассказываю свою историю, ты, мой дорогой подписчик, пиши в комментариях, как у тебя дела, как ты, все ли у тебя хорошо. И пока ты досмотришь это видео, я постараюсь ответить на твой комментарий. Короче, вышли в центр этого района. Смотрите, их очень не выручает после, потому что тут большие пробки. Половина населения ездит тупо на мотоцикл с моторином. Такие вот красивые дома. Все красиво. Считается одним из самых богатых районов Неаполя. Вот. Мы тут погуляем сейчас. Мы вот в таком районе, вот тут куча магазинчиков, очень все красиво, все гуляют, наслаждаются погодой, и собачка гуляет. Сделали покупки. Прикольно, и Толяно Веро. И кушать в такой ресторанчик. Короче, тут так прикольно, очень большой ресторан, лабиринты. Там, ну, мы сели именно на улице, потому что там прикольно, свежо. Да, и сейчас и покажу, что мы заказали, их фирменные. Короче, будет очень круто все. Сегодня будем гулять. Да, вот так тут классно. Такой сыр классный. С медиком. Супер вообще. Как называется это? Шалателя и кружки лимана. Капец. А у тебя? Круто. Вот такая вот фигня сегодня фирменная у них. Сколько людей, они вообще тут. Короче, типа у них сегодня золотой день. И что, я так наелся, что даже забыл снимать дальше, там было еще десерт и всякое такое. Очень вкусно, классно. Вот тут прикольно. Мы покушали и уходим. Сатория Ван Витель. Еще очень круто там, очень вкусно. Всем советую. Очень классно. Короче, так наелись, что еле иду. Идем сейчас отдыхать на террасу. Там солнышко такое, видос классный. Засниму сейчас, тоже добавлю сюда. Такие тут дома. Старая Италия, что скажешь? Вон там этот замок.
Да, и это лето было очень жаркое и влажно. Поэтому мне иногда было тяжело дышать, так как получался парниковый эффект. Но не суть, смотрим, как это было. А это было в мае, и мы отдыхали 2 недели. 2 недели в богатом районе Неаполя, на Ван Вителли. Вот прямо здесь. Ладно, пошли. Еще класс. Сейчас покажу, какая тут терраса. Такая большая. Туда можно зависать. На этих креслах. Вообще круто. Какой видом тут. Вообще обалдеть. Это море. Море, море, море. Вон там внизу, я не знаю, видно? Не, не видно. А видно, видно, видно. Вон там. Внизу. Так, капли не видно. Потому что очень большая сырость далеко. Когда смотришь, плохая видимость очень. Когда классная погода, все видно полностью. Капри, Соренто, Везувий. Все очень классно видно. Ну а сейчас мы просто раздеваемся и падаем. Падаем отдыхать. Ну вот, и что я еще хотел вам сказать, что после этого, как мы там отдохнули, мы поехали на Капри, и после Капри я еще раз поехал во Львов, по бизнесу мне надо было туда съездить, вот, и все было круто, но смотрите, это уже в следующей серии, надеюсь, вам понравится, и спасибо вам большое, что вы провели этих 8-10 минут со мной, и желаю вам хорошего настроения, всем пока-пока! Вы, наверное, подумали, опять на какой-то другой тачке, что за фигня? Нет, я ее просто взял в аренду, пока моя ласточка в ремонте. Блин, больно, конечно. Но я надеюсь, все будет хорошо. Ребята, все ответы на вопросы можно получить как в комментариях, так и по ссылкам, которые находятся в описании под этим видео. Всем респект!